Гоголь-центр – это вообще символ много чего. Это и символ несправедливого суда, и отважной молодой режиссуры, и конфликта поколений, ну, много всего там. А ну, Гоголь-центр – это еще и все-таки символ Гоголя в каком-то смысле. Я даже думаю, что судьба этого театрального центра, она, в общем, тем предопределена, что они такое странное, такое мучительное имя взяли себе в качестве названия. Ну, не взяли, это театр Гоголя. Так уж получилось, что все, что носит гоголевское имя, повторяет потом гоголевские тексты с их ужасом, трагедией, гротеском. Так вот, мы попытаемся в Гоголь-центре объяснить, почему это имя такое роковое в русской литературе. Конечно, если бы они назвались Пушкин-центром или Гофман-центром, или, не дай бог, Путин-центром, все было бы у них совершенно иначе.